что ждут от отношений знаки зодиака и в чем нуждаются. Наверное, в душе каждый из нас желает об идеальной второй половинке, с которой можно остаться вместе навсегда. А кому-то уже посчастливилось ее найти. Этот гороскоп расскажет, какой человек нужен каждому знаку зодиака. Овен. Овен любит подходить ближе к делу. Он высоко ценит честность, поэтому хочет, чтобы вы открыто общались с ним и были искренними. Он не заинтересован в партнере, который ходит вокруг да около проблемы, оттягивая ее решение. Ему нужен независимый и мотивированный человек, который может удерживать его внимание. Если ему скучно, Овен отправится на поиски кого-то поинтереснее. Телец. Телец не любит обнажать свою душу. Если он на что-то обижен или расстроен, то будет держать это внутри и вести себя так, будто все в порядке. Тельцу нужен партнер, который будет готов работать с ним, он нуждается в человеке, который сможет помочь ему выразить свои чувства. Тельцу нравятся люди, которые прилагают усилия, чтобы узнать его. Близнецы. Близнецы имеют множество различных интересов. Они постоянно заняты или чем-то увлечены. Поскольку они любят перемены и быстро меняют интересы, им нужен партнер, способный поддерживать волнение и заинтересованность близнецов. Он заставляет их смеяться и пускается в приключения вместе с ними. Рак. Рак подарит своему избраннику мир, он сделает все, чтобы он был счастлив. Но эта глубокая привязанность и забота сопряжены с ожиданием, что его партнер будет вести себя и действовать определенным образом. Так, как рак себе придумал. Он отдаст все за отношения, взамен же хочет лишь одного – взаимности. Он желает, чтобы кто-то работал с ним на пару в отношениях. Лев. Уверенный и беззаботный лев ищет партнера, который не будет его удерживать, а будет идти с ним в ногу по жизни. Он любит дурачиться, но не слишком увлекается играми. Он жаждет такого же искреннего, уверенного в себе и не колеблющегося партнера, как и он сам. Дева. Хоть дева и склонна к чрезмерному анализу и рационализму, она способна испытывать глубокие эмоции и чувства. Однако она никому не позволяет увидеть свою уязвимую и любящую сторону натуры. Дева нуждается в партнере, который уравновесит ее жизнь и сможет понять ее на эмоциональном и интеллектуальном уровне. Весы. Весы прилагают все усилия, чтобы создать положительное впечатление о себе. Они сосредоточены на душевном спокойствии, поэтому если они посчитают вас угрозой их спокойствию, вы недолго пробудете с ними. Они справедливы и оригинальны, и ждут того же от своего партнера. Скорпион. Скорпионы не открываются людям, пока те не докажут, что им можно доверять. Если вы хотите сохранить отношения со Скорпионом, создайте между вами высокий уровень доверия. Ему нравится чувствовать себя понятым и любимым. Ему нужен партнер, который смог бы отразить его чувственную энергию. Стрелец. Стрелец – игривый и задумчивый. Он любит приключения так же сильно, как и остроумные шутки и философские дискуссии. Он хранит в себе детское чувство удивления по отношению ко всему миру. Ему нужен партнер, который мог бы не только возвращать их к реальности, но и разделять со Стрельцом новый опыт. Козерог. Так как Козерог – прилежный сотрудник, мотивированный на карьеру, он ищет те же качества и в партнере. Ему нравится быть с уверенным в себе человеком, который живет сегодняшним днем. Козерогу нужен партнер, который может иногда выводить его из рабочего цикла и позволить расслабиться. Водолей. Один из самых сложных знаков зодиака. Водолей живет ради острых ощущений в жизни. Он обычно не вступает в отношения с человеком, если он не является кем-то особенным в его глазах. Если он выбрал вас, вы можете быть уверены, что вы одни на миллион. Кроме того, он знает, чего хочет от жизни, приключений. Он обожает спонтанные поездки в экзотические места. Наконец, в нем море любви, однако он испытывает трудности с ее выражением. Рыбы. Рыбы – чувствительный и романтичный знак. На начальных этапах отношений вам нужно позволить им расслабиться и открыться вам без страха. Как только они вас примут, ожидайте от них великих жестов любви. Подходящим партнером для рыб станет тот, кто сможет достичь с ними высокого уровня близости и уязвимости, а также поддерживать их цели и амбиции в жизни. Согласно с полученной характеристикой. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.